Управление финансовыми службами Дубаи назвало ICO инвестициями с повышенным риском. Как сообщает CoinTelegraph, финрегулятор Дубаи предостерег инвесторов, что к некоторым видам инвестиционных предложений, включая международные, следует относиться с осторожностью, поскольку они могут содержать уникальные виды рисков, которые нельзя объяснить и показать. Особенно это касается неопытных инвесторов, которые могут лишиться своих средств. Предупреждение было выпущено вслед за подобными документами регулятивных органов других стран, включая Китай, Сингапур, Канаду, Малайзию, США и Великобританию. В отличие от стран, разрешающих криптовалюты, у финрегулятора Дубаи есть особый статус Международного финансового центра Дубаи, в котором не так давно состоялся запуск нового криптокена Farad малазийской компании. Как поясняет финансовый регулятор, на данный момент он не может регулировать такие виды предложений и не может выдавать лицензии фирмам, которые предлагают подобные продукты или услуги внутри этой особой экономической зоны в Дубае.